Все мы – лишь участники огромного спектакля. Каждый играет отведенную ему роль. И роли чередуются. Это и есть закон кармы. Если в этой инкарнации вы играете роль того, кто стреляет, то в следующей вы будете тем, в кого стреляет. В этой инкарнации вы помогали, в следующей помогут вам. Пощечина, полученная ранее, опять возвращена. Таковы законы кармы. Но их легко можно разорвать. Об этом говорили все пророки мира. Нужно лишь прервать цепочку кармы. Нужно не возвращать пощечины. И в будущем ее не будет и для вас. Помните об этом. Мы все, в первую очередь сценаристы, а лишь потом исполнители и зрители этого общего спектакля. Вот у вас есть враг. И вы посвящаете жизнь его поиску. Наконец вы торжествуете, вы победили, вы отомстили. Теперь уже его очередь. В следующей жизни он найдет вас и отплатит той же монетой. А потом опять вы. Круг можете порвать в любой момент. Простите должником вашим, и простят вас. Подставьте вторую щеку, и пощечина исчезнет из реальности. Христос предложил нам всем изменить свой сценарий. Ведь это так просто и гениально. Подставляйте щеки, и скоро вообще не останется пощечин.